всей поебенью в своей голове. Если бы она была ценным металлом, и я бы ее мог поменять на лаве, я бы взял Бугатти, стал богатым, как Билл Гейтс. А кто-то бы втирал тебе, как я поедал детей. В общем-то, думайте, что хотите. Может быть миф, может действительность. Главное, что я не педиди, и мои друзья не педиди. А вообще, все эти биберы не особо меня беспокоят. Это все интересно, конечно, но сейчас важно другое. Сколько раз я себя предавал, когда не двигался к цели. Сколько усилий, проектов, идей сам же в хлам обесценил. Когда я бросал, что любил, когда себя корил и троил. Когда я поверил чужим голосам, не принимал их за свои. Я становился грубей, лишь бы не показаться слабей, пряча под маской злодея. Пацана не уверена во себе. Куплет получился о личном, не каждый поймет его суть. Куплет получился отличным, таков путь. Сколько лет в голове эти голоса.